Роскошный образ даже дома, когда все домашние любуются вами. Да, это можно создать вместе с нашим халатом весеннее. И действительно, Микола, не каждый халат создает элегантный, комфортный домашний образ. Да, а тем более, когда с нами сегодня бренд Светана, который даст возможность вам выглядеть не только дома, но и даже на улице, потому что в данном случае данный халат можно использовать в качестве накидки, в качестве элегантного пыльника, например, на пляже, например, в каком-нибудь пригородном районе. Ну и, конечно же, материал. 97% хлопка в составе и особая выработка плетения нити, потому что бренд «Светанок» у нас с вами официальный партнер олимпийских игроков, изготавливает обмундирование для сборной Республики Беларусь. Поэтому и материалы здесь те, которые снимают усталость, те, которые быстро забирают лишнюю влагу и расслабляют мышечный конструктор. Ну и плохое качество уже такой бренд позволить себе никак не может. Давайте разберемся, где какой цвет у нас, потому что очень необычные расцветки. Вот этот цвет, мой выбор, называется фуксия. Здесь мы с тобой видим настоящие тропики. Да, здесь тропические у нас с вами листья. Также продолжает тропическую историю бежевый цвет. Мне он очень нравится. Смотрите, какое красивое сочетание. Здесь уже папоротник. Даже немножко такой, анималистики, да? Напоминает. Цветочный принт, цветочный принт, красный цвет. Да, здесь, видите, серая основа. Кстати, к нему можно забрать сегодня серый цвет брюк, который выбрала ты для себя голубой, а есть серый как раз брюки Карина. Брюки называются Карина. Сегодня они доступны к заказу. Еще один цвет, он в заказе будет называться голубой. И цвет изумрудный. Но здесь такая морская волна прослеживается. Да, да, как будто цветы утопают в прибрежье такой морской пучины. От 46 до 60 размера у нас размерная линейка. Ты знаешь, я, как всегда, вот такую накидку беру, не глядя на размер, одеваю, и все, мне комфортно, хорошо. Но все-таки спрошу тебя, как размер будем выбирать? Смотрите, для дома действительно можно выбирать для себя любой размер, который комфортный. Дома можно себе позволить и одежду посвободнее. Но здесь в любом случае, даже если вы берете четко размер в размер, данный халат и данная конструкция очень безопасно и мягко ложится по фигуре. Во-первых, две полочки здесь достаточно глубоко фиксируются друг в друга. Одна пропускается через особую петлю. И, конечно же, у нас с вами цельнокроенный рукав, который расслабляет движение и делает ваш образ более активный. Поэтому дома можно за день успеть все что угодно и постирать, и убрать, и карнизы протереть, и на балконе все перебрать. Хозяюшкой прям быть, котов покормить и собак выгулить. Прям действительно быть хозяюшкой в нашем халате легко. Я вам скажу, что всего лишь второй раз мы представляем вам халат. И в первый раз более 700 покупателей сделали в качестве первого выбора свою покупку. Сегодня цена 999 рублей. Дополнительное снижение происходит в наш эфир трех девяток. Ко мне, Микол, приезжала мама в гости. Мы живем в разных городах. С поезда, пока мы доехали до дома. И знаешь, первое, что сделала мама, это пошла в душ со словами: «Я сейчас переоденусь в свой любимый халат». Почему так любят наши женщины именно халат в качестве домашней одежды? Ну, в первую очередь, здесь конструкция такая, не заморачиваться. Просто надели, накинули, перевязали вокруг талии пояса, и все, и образ уже готовый. То есть халат расслабляет и не дает нам возможности думать, а наоборот, как раз-таки все забыть, все выпустить пар и, конечно же, расслабиться. Здесь очень хорошая длина, она безопасная. Запах достаточно глубоко закрывается, поэтому раскрываться халат, даже если вы стоите и подул ветерок, тоже не будет. 120 сантиметров. Он идеально подойдет для любой ростовки от 150 до 185. Свободная конструкция рукав, и он не прилегает к телу, значит, опять даст возможность забыть, что такое стянутые блузы или особая, например, униформа, которую некоторым приходится носить по специфике работы. Здесь все это делает в качестве отказа от ощущений именно халат от бренда «Светанок». Да, действительно, и посмотрите, «Светанок» на халатик на запах, а это значит, ни одна пуговка у нас не распахнется с вами, да? Глубокий запах. Это значит, и сидеть мы можем, у нас будет нам комфортно, не раскроют наши ножки слишком, да, и наклоняться мы с вами будем, нам длина позволит все это делать. Ну и, кстати, вот, Микола, ты говоришь, можно будет в нашем халате удобно и щи, борщи варить, да, домашних кормить, и окна протереть, и пропылесосить, потому что, действительно, комфорт в нашем халате – это первостепенное. И комфорт нам дает еще и правильная ткань, да, в которой наше тело дышит, потому что, согласись, в жару, ну прям жарко, да.
домашними делами заниматься. Да, и самое интересное, в продолжении истории варить борщи, также можно и выйти в нем именно на улицу. Если вы живете в загородном доме, то, в принципе, в нем можно даже и путешествовать именно по району, потому что он больше напоминает как конструкцию платья. Здесь особая выработка плетения, она сложно сочиненная, больше напоминает ткацкое полотно, напоминающее у нас с вами плетение джемперов, блейзеров, различных у нас с вами изделий, которые можно также носить в повседневной жизни. То есть это у нас тот хлопок, который имеет особую выработку, и он очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Mm-hmm. Он пористый, пропускает воздух и дышит. Что такое хлопок? Это, конечно же, золото белое. А хлопок – это король тканей. Чаще всего его применяют, и он пока самый лидирующий. Одежда из хлопка идеально подходит всем, от старого до млада. Ну и, конечно же, хлопок обладает лечебными свойствами. Он с легкостью забирает напряжение, которое у вас скапливается в течение рабочего дня. Вот так. А значит, дома мы будем чувствовать максимальный комфорт и удобство за счет правильного удобного кроя, за счет правильной ткани и длины. И посмотрите, вот девочки наши демонстрируют вам именно как халат, а я вам демонстрирую именно как такую накидку легкую, которую и на море мы можем надеть, да? И в городе я вот так с удовольствием люблю ходить, когда такой расслабленный образ, лаунж такой, да, неспешный, выйти утром за чашечкой кофе куда-нибудь, сесть на веранду, посидеть, если вы в загородном доме живете. Посмотрите, ваш халат так умеет трансформироваться. Вот моя мама приезжала ко мне, у нее халат как халат. Да, с запахом, удобно, но по-другому его носить невозможно. Наш халат можно в качестве такой накидки носить. И еще здесь один бонус для меня, то, что вы пояс не потеряете. Здесь вшивные вот такие поясные элементы, а значит, не надо переживать, что пояс где-то остался отдельно от халата. Стильный, легкий, хлопковый, изящный, идеальный. Идеальная первая покупка для вас, наши милые модницы. Цена 3 девяток 999 рублей. Только сегодня. Предложение сегодняшнего дня.